Необычное свечение над Новочебоксарском заметили минувшим вечером жители. В социальных сетях появились десятки фотографий с ярким пятном на небе. Портал на связи.ру объясняет данное явление подсветкой нового тепличного комплекса около деревни Кадыркасы. Это крупный инвестиционный проект. Открыть комплекс должны в ближайшее время. Яркому свечению в небе также поспособствовала низкая облачность.